каждого наступает момент осознания, зачем участвовать в гонке. У меня как-то раз мотоцикл полетел в одну сторону, я в другую, сломал два ребра. Ну, поднял его, сел и поехал дальше. И эту гонку, кстати, выиграл. Просто не позволил себе проиграть, несмотря ни на что. Подробности? Это просто истории, которые потом рассказываешь. Выигрыш, конечно, важен, но знаешь, что еще важнее? Ощущение, что трасса принадлежит тебе. Дремучий лес или сердце города, без разницы. Есть дорога, мы ее найдем. Нет дороги, мы сделаем ее сами. Скажу тебе прямо, если хочешь ездить по дороге, проложенной кем-то еще, это место не для тебя. Здесь вряд ли кто-то станет знаменитым. Там, где мы показываем свое мастерство, камер нет. Матушка природа наблюдает, как мы едем, и этого достаточно. Мне не нужно чувствовать себя рок-звездой. Хочешь посмотреть на звезды? Поехали со мной в пустыню ночью, и я покажу тебе самое большое ночное небо, что ты видел. Вот о чем я. Знаешь, я помню, как пару лет назад на водопадах попал на гравийный участок, меня закрутило, вылетел с трассы. Смотрю, а передо мной маленькое красивое озерцо. Там, кажется, никто никогда и не был. Теперь мы там катаемся. Что может быть лучше, чем проложить такую тропу? Волшебство, да и только. Нужно просто съехать с дороги. Никогда не знаешь, что найдешь. Все дело в том, что действительно хочется понять эту страну, углубиться в нее полностью. Подружиться с матушкой природой, объездить всю страну вдоль и поперек. Когда мне было 17, я так и сделал. Ты увидишь, что кроме городов в ней есть много чего еще. Больше, чем приманки для туристов с парковками. Тебе нужно самому поехать и посмотреть. С севера на юг и к сияющим морям. Понимаешь, дело не в деньгах. Как я уже сказал, черта с два ты так прославишься. Просто здорово, если удается делать это каждый день. Если бы ты предложил мне на этом заработать, я бы назвал тебя чокнутым. Но вот мы здесь. Может, мы и не заработаем денег, но оглянись вокруг. Тут просто потрясающе. В конечном счете все сводится к тому, что для тебя значит такая езда. Все дело в вызовах, которые мы принимаем. И что это говорит о нас, понимаешь? Кто мы есть, из чего мы сделаны? Это испытание себя в самых суровых условиях, которые природа может нам приготовить. Именно поэтому здесь нет смысла идти самым легким путем –